еще есть. Вон красный, уже порежен. Вот он, вот он. Спасибо. Я рукой туда вожу, чтобы... Так, а ты придавил, да, Лёвик? Да, я здесь тоже придавил, здесь. Я полный. А здесь только накладывал. Угу. И здесь. Я. А я буду есть винишельку, если захочу. Если захочу. Я буду ужинать сегодня. Будешь сегодня ужинать? Да. Хорошо. Я буду ужинать винишельку. Ты же на обед ел винишельку. А, я помнишь, как я захотел? Может, что-то другое давай, не вермишельку, а что-то другое? А, я помню, рис давай. Рис, хорошо, давай рис. Все, уже вот это сделан. Вот это сделан. Так, мама сказала тебе, в тарелку смотри, чтобы напомнить, чего посмотри, не падало. Здесь... Прям в тарелке накладывай. Посмотри, ура, я сделал уже 5. Вот я сделал. И пальчиком, можешь пальчиком. Я сделал 5. Туда засовывай. Я уже сделал 5, мама. Молодец. Сделал 5. Я теперь буду вот так. Есть? Ну, давай сначала мы его приготовим, потом будешь есть, хорошо? Так оно невкусно, сырое. Почему сырое? Маскин, смотри, тебе надо еще сделать один. Будет тогда 6 у тебя. О, я уже делаю. Там дырка уже большая в этом. Я делал. Да, ну что, вкусно? Тебе перец дать? Давай я тебе отнесу. Вот, мне будет вкусно. Я попробовала, оно невкусно. Оно точно сырое. Я ну, конечно, сырое. Его надо сначала приготовить. Сейчас в духовке оно приготовится. Мам, я еще Мам. Да. Что? Там еще у меня место есть. Еще место есть. Надо пальчиком. Придавить. Набирайте у меня. Вот этот готов, мам. Вот этот готов. Надо еще добавить. А, у меня тоже есть. А то у меня есть. Тут места много еще. А уже Лёвик начал. Лёвик! Я ему дала кусочек. Нет, не то надо. То плохой, то можно. Вот этот? Да, то он изгнил, но там кусочек можно отрезать, кушать можно. Сфаршировать его неудобно? Так.